Если ты человек, тебе нужен этот курс. Контролировать свои эмоции, понимать эмоции другого человека. Получила крутые инсайты в процессе. Что-то открывала для себя новое, то, о чем я раньше не задумывалась. Когда ты делишься друг с другом, это нормально, что ты делишься, и то, что тебя принимают, это тоже правильно. Просто очень много всего произошло, кардинально. У меня просто реально изменилось, да вообще у меня квартира изменилась, все просто изменилось. Я сама чувствую, что я сильно изменилась. Я, наверное, ждала найти ребят, которые думают, как ты, заряжены, как ты. Ты сможешь им много чего дать, и они тебе могут взамен вернуть. Можно взять в профессиональную сферу, можно взять в личную сферу, можно взять в себя, в саморазвитие. Развиваешь в себе навык взаимодействия в большом мире.